Добрый вечер! И снова около нуля. Опубликованы официальные данные развития регионов страны за первое полугодие. Хорошая новость. В сравнении с прошлым полугодием показатели края почти не изменились ни в одну, ни в другую сторону, потому и около нуля. Не очень хорошая. Мы по-прежнему уступаем многим регионам. Обсудим. Ну, вот с обзора того, что произойдет на последней предвыборной неделе, вот это текущее, сегодня не будет. О политике говорить не хочется, агитировать ровным счетом, ну, ни за какую партию, либо кандидата я не собираюсь. А о чем тогда и говорить, все этому посвящено? Сразу главной теме. И сначала о том, что у нас хорошо. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Алтайском крае оказалась на 12% ниже среднероссийской и составила 12 226 рублей. Стоимость минимального набора продуктов питания по итогам первого полугодия в регионе на 7% ниже, чем в целом по стране. В абсолютном выражении она составила 3 532 рубля. Ниже цены на продукты по Сибири только в Омской области. Это традиционно. Вот радоваться ли такой дешевизне? А что ж, не порадоваться? Вот она, статистика. Напомню, мы говорим об официальных данных. За полгода в российской газете опубликованы все дела. Ну, поэтому вы меня не спрашивайте, как так можно прожить месяц вот на эти суммы, вот на эти продукты, 3 500. Важно, что у других соседей еще дороже. Вот что. Это почти единственный показатель, по которому мы однозначно превосходим многих. Но чтобы найти еще позитивы, честно скажу, пришлось потрудиться. Но я нашел еще позитив. Алтайский край имеет значительно меньший бюджетный долг, чем большинство других регионов. Удалось удержать и даже немного прирастить индекс промышленного производства – плюс 0,9% и индекс аграрного производства – плюс 0,2%. Индексы промо и агропроизводства – это как раз случай, когда около нуля хороший показатель. Не упали, даже подросли, слава богу. У других падение немалое. В Томской области, например, промпроизводство показало, внимание, минус 14. Однако, ну, конечно, даже с этими цифрами разрыв все-таки велик между нами, но, повторю, лучше все же медленно, но сближаться, нежели расходиться с богатыми регионами все дальше. Хорошо, что маленький долг. Государственные, на региональные. Не тратим денег на его обслуживание. Если что, можно занять крупную сумму, ибо кредит способны. Но переходим теперь и к не очень приятным вещам. Статистика, ну не я ж придумал. В регионе произошло снижение инвестиций в основной капитал к первому полугодию 2015 года на 11,5%. Настолько же уменьшилась сдача жилья. Впрочем, Сибирь в целом тут просела еще больше. Например, Новосибирская область аж на 30%. Больше, чем у нас, у северных соседей, уменьшились и инвестиции. Не будем, конечно, злорадствовать, равняться проблемами, лучше, конечно, равняться достижениями. Хотя, наверное, и хочется немного так на фоне соседей и выделиться. Но замечу, кстати, что если брать Новосибирскую область, там и ввод жилых домов, инвестиции, несмотря на большее падение, все равно выше, чем наши раза в два так. И тут маленькая хитрость. Я считаю данные, которые озвучиваю, более направлениями, чем показателем существующего положения, более на перспективу. Потому как по положению действующему Алтайского края ничего особо не изменилось. Уже говорил об этом. И тут хвалиться нам часто нечем. Более того, даже плюсы, низкая сравнительная стоимость продуктов, может быть, перекрываются минусами. Край по-прежнему на предпоследнем месте в стране после Дагестана и последнем в Сибири по средней месячной начисленной зарплате – 20 301 рубль. В среднем по Сибири это 30 с лишним, а по стране 35 с лишним тысяч рублей. Выше общероссийского у нас уровень смертности, ниже общесибирского – уровень рождаемости. Велик миграционный отток. А реплика сегодня звучит так. Ничего сенсационного опубликованного в официальной статистике нет. Мы все это знали. Но вот под официальное подтверждение. Образно ее можно интерпретировать так. Несмотря ни на что, стоим. Или так. Стоим с места, не двигаемся, увы. Все зависит от точки взгляда. Решайте. Счастливо.
Пара-па-па-па, ури-па-па-па.